От чего он умер? От горя. Мы все о чем-то горюем, но пока да. еще живы. Всем привет, дорогие друзья и добро пожаловать на канал коротко а не коротком. С вами, как всегда, Кин и сегодня мы отправимся в поместье Чепл Уэйт. 1718 год. Отец семейства Бунов сходит с ума и на глазах юного Чарльза убивает его мать и хочет убить мальца. Но тот чудом спасается и покидает дом. Спустя 33 года Чарльз Бун после смерти жены по приглашению также почившего брата приезжает в семейное поместье Чеплвейт вместе со своими детьми. Но на этом поместье висит весьма скверная репутация. Мол, оно вызывает болезнь Бунов, убивающую всех, кто с ней столкнется. А сами Буны ее носители, а поэтому на теплый прием можно не рассчитывать как местные жители, даже не зная Чарльза и его детей, уже клеймят их во всех смертных грехах и ненавидят их. Моя дочь больна, а муж пропал. Что ты с ним сделал? Уверяю вас, я понятия не имею, где ваш муж. Он заманил Сьюзен в Чеплвейт. Она под его чарами. Я такого не делал. Вот, это, это книга дьявола! Не записывайтесь! Но и среди тьмы можно увидеть луч солнца. Им становится Ребекка Морган, вызвавшаяся стать гувернанткой детей. Жизнь идет своим ходом. Детей гнобят в школе, Буна ненавидят. Но вскоре и он понимает, что с домом что-то не так. Или же с ним самим. То ему слышатся шорохи за стеной, но крыс не обнаруживают, то мерещатся черви во всех местах, что само собой сказывается на его психике. Да и местные не собираются останавливаться. И один пьянчуга решает к чертям спалить Уэйт. Но так как дом кто-то защищает, Миссия проваливается. А вот кто? Дух поместья, оживший брат или может монстр в теле человека? Вы узнаете в сериале Чеплвейт. Извините, немного отвлекусь. Просто мне реально интересно, сколько соберет просмотров этот обзор. А то у меня на канале творится какая-то хероборина. То я делаю предобзор на архигодный. Возможно. Сериал, который стартует 13 сентября, Игрик Последний мужчина. И его вообще практически никто не смотрит. То я делаю обзор на сериал, который прошел супер-мега незаметно. И на нем почти 7000 просмотров. Че за нахер? Объясните мне кто-нибудь. Ничего не поймаем. У меня из-за этого статистика просто как безумная скачет то вверх, то вниз. А поэтому, собственно говоря, мне интересно, сколько этот обзор соберет просмотров, так как Чиплвейт и не супер незаметный, но и не супер популярный. Ну а если хотите помочь, то можете поставить лайк и подписаться на канал. Ну а теперь к сериалу, который основан на рассказе Стивена Кинга «Поселение Иерусалим», который я не читал. Ну а если вы читали и смотрели, то напишите в комментариях, как вам, как знатокам. Хотя, насколько я понимаю, Чеппел довольно вольная экранизация, так как оригинальный рассказ выполнен в эпистолярном ключе. То есть не в привычном формате, где нам рассказывают о путешествии главного героя, а герой сам рассказывает об этом в своих письмах и записях. К тому же рецензенты отмечают, что «Поселение Иерусалим» довольно короткий рассказ и Чеппел Уэйд его растягивает. Из-за чего события тянутся довольно Медленно. Я рассказ не читал, но скажу да, события идут довольно неспешно. Но должен отметить, что это не делает сериал скучным. Например, в той же катле события также развиваются очень медленно. И хоть я считаю, что сериал довольно неплох, но и отрицать того, что местами он до одури скучный, я не могу. Как я уже говорил в обзоре, я засыпал на нем и не раз. С Чеплвейтом у меня такого не было. Возможно, дело в разной атмосфере. В Катли, если обобщить, это, во-первых, отсутствие динамики, грязные, холодные, пустынные локации, море диалогов и тайна, связанная с природой. С Чеплвейтом очень похожая история. Но при наличии таких же холодных, грязных локаций и море диалогов есть динамика, хоть какая-то. И загадка здесь привязана к более знакомой и интересной, по крайней мере мне, теме страшного дома. Сам сериал по восприятию я бы сравнил с тремя фильмами. Это багровый пик, Ужас тивиля и сияние. Тут вам и таинственный мрачный дом, и загадка семьи, детишки, замечающие разную хрень. Ну и само собой, постепенно сходящий с ума отец семейства. В общем, если проще, то если взять третий фильм и бросить в блендер, то на выходе вы получите Чеплвейт. Единственное отличие менее звездный актерский состав. А именно из всех тут только одно громкое имя. Но громкое настолько, что можно оглохнуть. Само собой, я говорю про обладателя премии Оскар и Сазар Эдриана Броуди многим по разным фильмам, но мне он лично запомнился после потрясающего фильма «Пианист». И хоть я не особо слежу за карьерой Броуди, да и не назвал бы его своим любимым актером, новое имя сериального бога, насколько же он хорош в этом сериале. Просто великолепен, харизма так и бьет через экран. Если кто-то из вас посмеет еще хоть раз пальцем тронуть мою семью, я убью вас всех и сожгу ваши дома. Мне кажется, он и в одного мог бы вывести это шоу, и зрители все равно не отвели бы взгляд. Но и остальные актеры не теряются на его фоне. Также из знаменитых актеров могу отметить Эмили Хэмпшир, известную по сериалу 12 обезьян, и Джулиана Ричингса, известного по роли смерти в сериале Сверхъестественная. И напоследок интересный факт: действия сериала происходят в одном небезызвестном штате. Ну а теперь давайте, пока я не сказал, напишите в комментариях, как вы думаете, какой это штат. Я думаю, вы все догадались. Я говорю про самый кинговский штат Мэн. Меня зовут Чарльз Бун. Я приехал в Мэн с огромными планами. Я хочу расширить производство лесопилки Бунов. Да-да. Тот самый штат, где присутствовало противостояние и хулиганил клоун Пеннивайз. Ну и давайте подытожим. Чаплвейт хоть и не шедевральный, но отличный темный и мрачный сериал, пропитанный тайнами и загадками, при этом несущий в себе важную мысль от предвзятости. Мысль о том, что не стоит судить о человеке, зная только что-то поверхностное типа того, где он живет. Что насчет минусов, то как таковых явных, я особо для себя не выявил. Единственное, что когда поднимаются вопросы расовой принадлежности детей Буна и его придворного, это немного рушит тон сериала. А одно дело, когда все ненавидят их только за то, что они Буны. Это поддерживает тональность и играет на руку истории. Но когда начинают тыкать пальцами в расовое отличие придворного и детей, это хоть и подходит под идею не суди по внешности, о которой я упоминал ранее, но больше отвлекает и возвращает в реальность, руша атмосферу. А кто это у нас тут? Понятия no, не имею, кто они, но точно не белые. Из резервации поди сбежали. Таким, как он, сюда нельзя. Я не знаю, было так в оригинальном рассказе или нет, но мне кажется, хоть я могу и ошибаться, это было вставлено для повесточки, но этого там было немного, а поэтому как таковым минусом я это не считаю, и мне сериал понравился. Ну а на этом у нас все, и всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А также напиши в комментариях, какой рассказ маэстро Стивена Кинга считаешь самым страшным лично ты. Ну а в описании для вас я оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал, а то YouTube как-то не особо хочет этого делать. Также я оставлю основную информацию о сериале и ссылки на мой инстаграм, вдруг кому интересно, и группу ВК, в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии пока я на вашем месте продал бы лесопилку забирайте что можете и уезжайте у меня другие планы